Это бог ацтеков Шипитотек, повелитель жизни, смерти и возрождения во всех его видах, а также сельского хозяйства и растений. Он бог конфликтов, он насылает на людей болезни. Он сорвал с себя кожу, чтобы накормить свой народ, и обычно его изображают в костюме из человеческой кожи. Возможно, из-за истории содранной кожи его часто изображают с полосками разных цветов, чаще желтыми, но иногда также красными и коричневыми. Последователи Шипетотака носили кожу пленников в течение 20 дней, после чего сохраняли ее, полагая, что она обладает целебными свойствами. Этот кусок полированного серебра вставлен в золотую оправу и инкрустирован бирюзой. По-видимому, это какое-то декоративное зеркало. На его задней стороне искусно вырезано изображение из щель. Моя милая Нина, я снова столкнулся с трудностями при попытке написать тебе. Однако все эти бесчисленные мухи, пчелы и жуки, о которых я уже упоминал, все эти крошечные жалящие твари показались бы мне детской забавой сейчас, когда я столкнулся с дикими зверями. Я храбро сражался, но бой закончился не в мою пользу. Подробности я опущу, только для того, чтобы пощадить твои чувства. Мне удалось остановить кровотечение и приложить краном тысячелистник, но я чувствую, что они воспалились. Если ты читаешь это письмо, знай, что я погиб здесь. Я приказал Джеку повернуть обратно. Юный Римель погиб несколько недель назад. Нина, это место не для таких, как мы. Я отнял у тебя мужа, но не хочу лишить тебя еще и сына. Я очень устал. Джек спит у костра. Я уверен, когда он проснется, я сам уже буду спать. Я люблю тебя, Нина. Спокойной ночи, Перси. Для янтаря эта штука слишком молодая. Возможно, это копал, пахнет чудесно. Эта олиповато украшенная палочка для добывания огня, похоже, предназначена для церемонии нового огня, праздника ацтеков по случаю наступления Нового года. Праздник — это пять дней поста, кровопролития и жертвоприношений. Палочку ставят на грудь человека, недавно принесенного в жертву. Ее искры зажигают большой костер, от которого получают огонь все находящиеся рядом храмы. Но эту, похоже, ни разу не использовали. На ее зарубках нет крови,

Как эти вещи могли быть сделаны инками, если у них форма самолета? А, ясно. Это какие-то насекомые. Археология имеет дело с весьма тонкими материями. Археолог должен стараться мыслить как люди, которые умерли за несколько веков до его рождения. Люди объясняют необычные явления, основываясь на имеющихся у них знаниях. Если бы инки увидели самолеты, то, наверное, приняли бы их за птиц. Возможно, что это вовсе не очертания насекомых, Некоторые из объектов больше похожи на рыб. Серьги в идеальном состоянии. На них изображен крылатый зверь с хоботом. В руке у него факел, или, может быть, посох. Такое украшение – символ богатства и процветания. Возможно, эти серьги даже принадлежали особе королевской крови. Амулет сделан в традиции хинков, однако фигурка определенно символизирует война ацтека. Это невозможно.